6 апреля в России отмечается День работников следственных органов. Следственный аппарат МВД представляет собой крупнейшую структуру, которая занимается расследованием 93% преступлений. Немалая доля из них приходится на следственное отделение Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте. Именно благодаря одному из молодых и перспективных следователей 2 года назад удалось раскрыть уголовное дело о краже песка с причала Гремячего почти на 1,5 миллиона рублей. Расследованием уголовного дела занимался следователь следственного отделения транспортной полиции Чувашии, старший лейтенант юстиции Евгений Степанов. На тот момент это было едва ли не самым знаковым и интересным делом в его работе, считает Евгений Степанов. Так я понял, что это прям мое, что я хочу дальше работать, что я хочу, чтобы были, ну, раскрывать, именно заниматься преступлениями такой сложными, можно сказать, экономическими преступлениями. Вот. Потому что мы помогли многим строительным организациям получить свои деньги обратно. То есть ущерб в ходе расследования преступниками был полностью возмещен. Евгений Степанов проходил срочную службу в армии, окончил МГУ имени Шолохова и Российский университет кооперации по специальности юриспруденция. Закончил курсы в Белгородском юридическом институте МВД России имени Путилина. А интерес к профессии возник еще в детстве. Хотел быть милиционером, скажем так. Положительный пример. Стихи, стишки, литература, дядя Степа, милиционер. Тем более моя фамилия Степанов. В этом плане все сошлось как нельзя лучше. Сегодня Евгений убежден, он нашел свое место в жизни. Работа, которая приносит удовлетворение и осознание, что ты занят полезным делом, для мужчины всегда важна. Служу не за награды, а потому что это нужно, это полезно. Страна у нас огромная, большая. Вот, и транспортная безопасность занимает очень важную роль в этом. Вся наша страна пересечена линиями железных дорог, мостов и других объектов повышенной опасности. Чтобы перевозки пассажиров и грузов были максимально эффективны, удобны и безопасны, и нужны такие люди, как следователь Степанов. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика.